Участники антиправительственного митинга в Кишиневе требуют от руководства страны уйти в полном составе в отставку, так как, по мнению протестующих, власть дискредитировала идею евроинтеграции. В Кишиневе в воскресенье началась антиправительственная манифестация, организованная гражданской платформой ДИАИ, которая выступает за отставку всего руководства Молдавии. Митингующие выражают разочарование, что руководство страны не услышало их требования, связанные не только с отставкой, но и с проведением реформ в стране. ДИАИ хочет сменить знаменосцев европейской интеграции, которые, неся флаги этого процесса, потерпели неудачу в своих действиях. «Народ им больше не верит», — заявил один из активистов платформы, политолог Игорь Бацан. Протесты стартовали в Молдавии на прошлой неделе, ежедневно на центральной площади Кишинева проходили митинги, перед зданием правительства развернулся палаточный городок, в котором насчитывается уже более 300 палаток. Среди требований протестующих – отставка руководства страны, включая президента, генпрокурора, главу Нацбанка, проведение досрочных выборов в парламент и всенародное избрание главы государства.